Всем добрый день. У нас в преддверии праздник. Завтра 70-летие. Видите, вот у нас так люди готовятся. Везде национальные флаги. Везде. Все украшено. Это очень красивое, кстати, место. Торговый центр. Я тут рядом работала. По дороге зашла еще в магазин. Вот хочу показать, как израильтяне готовятся празднованию 70-летия. Видите, практически на каждом окне флаги. 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 У нас он тоже есть, но нам его некуда вывести, потому что в одну сторону у нас поле, а в другую сторону у нас некуда повесить. Разве что на дрис, но, к сожалению, не держится, мы уже пробовали. Видите, даже балконы полностью украшены. Сейчас я просто покажу флаги.